Настройки сделаны. Все сделано. Вот это. Здесь самое главное четко гармония попадает в призм для того, чтобы потом на компьютере все доли совпадают. Будет полностью по партиям разбито на компьютере. То, что здесь в автоаккомпанементе. То есть ты сейчас понимаешь, что флешку будешь перекидывать? Да, сейчас я буду. Ну, пошли. Это, сейчас проверим, все записал. А как проверить? Сейчас он, во-первых, вот мы на юзер 3 записали. Да, все записала. Первый аккомпанемент. То есть. А что ты нажала? Я написала, да, старт-стоп. Теперь это MIDI. Да, это MIDI. Самый главный формат. А как ты ввела слово MIDI туда, чтобы он... Нет, он автоматически вообще... То есть на этом, флешку? Да, вставили флешку. Двойка и четверка, не восьмерка, да? Не восьмерка, не четверка, именно, да, 2 гигабайта больше нельзя. К сожалению, он там это не понимает. Так. Это что мы ищем? Подождите-ка. Song. Так, надо теперь записать. Да, сложно. Так, нет, функции категории, а вот, так, подожди-ка, надо длинное, подожди-ка, я уже забыла, честно, а вот, лот STF, есть длинно удерживать, вот, смотри, вот теперь, ты поняла или не очень, смотри, длинно удерживать файл control. Длинно, не коротко, как я сделала. Вот здесь можно загрузить внутрь песню, а нам мы по категориям, нам надо save SMF. Save SMF, то есть сохранить вот эту, вот этот сонг. Мы должны сделать yes. Так, execute. Надо после этого user 3, хорошо. Yes, нет, user 3, значит еще execute. Вот это, вот song 1. Здесь можно написать, как она называется. Здесь, по-моему, есть. Ну, я как есть, так и есть. Execute. Save, ok. Yes. Вот оно, видишь? Играется, и все сохраняется. Все то, что, все нотки, которые я, видишь, наиграла. То есть длинно удерживаем Falcon Control и работаем все кнопкой Execute. Ну, то есть теперь можно флешку выкидывать, там уже и вытягивать, там уже MIDI есть, нет? Да, оно еще вещь сейвит. Качается? Да, ну, все то, что ты наиграл. То есть вот эти вот 2 минуты играла, сколько будет времени закачиваться? Все. Долго, нет? Сейвинг, сейчас. Так где конец-то? Уже. Сейчас он со мной. Ну. Полоска где должна кончиться? Комплит, видишь? А, было комплит, слово без полоски. Без, да, всего. То есть это сохранилось, это да? Это все сохранилось. Отлично. Что делаем? Теперь можно выходить из этого. Выходить из чего? Из сонгов, просто из синтезатора и выключать синтезатор. Спокойно, можно. Он больше нам не понравится.